Народ сер, но мудр. Так говорят уважаемые люди. За эти несколько дней, друзья, что только я не услышал. Он кучеряновский, он сержиковский, он не тот армянин. И ты приходишь к выводу и понимаешь, исходя из тех событий, что происходит в нашей родине предков Армении, ты понимаешь, что нету ни тех, ни других. Есть только одно на сегодняшний день – это интересы нашей родины предков Армении. И основной мой призыв и то, что я вам хочу сказать, что давно пора выйти из летаргического пораженческого сна. Это касается каждого из нас. Это касается каждого из нас и то, что сегодня происходит в Армении. И тот марш, который был организован Сарпазаном Багратом, это, конечно, беспрецедентная ситуация. И во что это превратилось на сегодняшний день, мы с вами видим. Я хочу сказать тем, кто живет в Украине, и тем, кто живет непосредственно в Киеве, всем моим землякам-армянам. Оказывается, Сарпазан Баграт, тот самый, был преподавателем